Еще один матч из категории «Вопреки» прошел уже на Нижегородском стадионе «Труд». Местный старт принимал аутсайдера Суперлиги «Динамо Казань». И здесь долгое время казалось, что гости именно в игре с командой Андрея Бегунова возьмут первые очки. И поначалу все шло по сценарию казанцев. Все работало в их пользу. И судьи, и мяч, который ушел за спину Юрия Иванчикова на 16-й минуте после розыгрыша углового. Старт проснулся только во втором тайме. Арбитры наглеть не стали и все же указали на точку после 3005-го нарушения в зоне гостей. Максим Пахомов с 12 метров не промахнулся. Ну а ключевым моментом стал спурт Алексея Киселева на 72-й минуте. Алексей Бушуев в борьбе удачно катнул мяч на ход 18-му номеру. Казалось, что голкипер «Динамо» успеет первым. Но Алексей в падении с острого угла поразил цель. 2-1. Пришлось включить все свои скоростные качества и догнать этот мяч. Ну там была опасность столкновения с вратарем. Но хоккей такая штука. Гол Киселева сработал как попутный ветер, и старт на этой волне забил еще дважды. Голы на счету Алексея Бушуева, он отличился при розыгрыше углового, и Александра Желтякова. И в его случае, как и в моменте с Киселевым, ассистентом выступил все тот же Бушуев. Сложная игра, конечно. Казань играет от обороны, и они со всеми очень хорошо играют. То есть и нам нелегко было. То есть большими силами обороняются. Ну, ребята молодцы, я рад, что выдержали тот план на игру, который был. Молодцы.